Окей, сегодня шмики, сегодня мы поиграем в игру под названием Cat Quest 2. Ну, то есть мы продолжаем пройдить ее. И я думаю, давайте попытаемся как-то все-таки сюда попасть. И для этого мы пойдем вот в эту пещеру. Во-во-во-во. Так, я вижу магию. Ой-ой-ой. Ну слушайте, ну уровень не очень высокий, то есть драться как-то я могу. Готово. Так, что я получаю? Вы изучаете врага. Так, мана увеличена, лучше бы хп увеличилось. Ага, сундук разблокировал, хорошо. Так, атака повышается. Ага. Буресник, урон от молнии. Вот за этот я говорил, вот такой вот у меня меч теперь. А минус 5. Ничего себе. Он такой здоровенный, как этот. Подожди, подожди, подожди. Два. Три. Инвентарь. Снимаем. Меняем. Ставим. Меняем. Меняем, снимаем, меняем, одеваем. Три. Все, теперь у меня все фулл маны. Но с этим, если там правильно учиться, то будет все нормально. И да. Блин, опять этот значок, ну что за фигня? Давайте сюда зайдем. Отдохнем. Ой. Так, монетки 10 заберу. Мои короли, думаю, волк уже внутри. Испытание говно зером. Быстрее, нам нужно добраться до обломка раньше волка. Надеюсь, мне не жопа будет. Он уже осколок. Наконец-то я обрету абсолютную власть. Нет, нет, нет. Блин, нужно главное, чтобы он еще тоже был в круге. Угу. Просто мне не хватит маны, вот именно что на хил и на пополняшку.
это плохо. Это плоховато. Но денег у меня уже очень много, поэтому я могу потом... Что-то дал за Макс. Короче, два использования нужно, чтобы все сделать. А если бы я на право пошел? Или здесь типа одна печать на две? Ну, посмотрим. Да убей ты эту херовину. Сейчас мы грохнем его. Ну он хотя бы не хилится, он только щит на себя набрасывает. И буревестник. А вот теперь я, в принципе, могу поменять меч на своего кота. Раз. А, мне только надо использование. Черт, ладно. В принципе, теперь кошака такой таким же уроном, как и я. Вот, плюс левел ап. Ну, такое. Ну, кошак хотя бы может сам пополнять ману. Тут нужно было две печати. Тогда все ясно. Сундук как раз разблокировал. Так, иди сюда. Давай хилиться. Все, можем бежать. Капюшон на важный шанс. Ниндзя. Ну, в принципе, плюс 8 дэмэджа. Ой, такое. Плюс 12. Плюс ледяной
урон. Плюс лет урон. Шлем шторма. Ну, такое себе. Не очень. Честно. Ой, давайте, наверное. Ой, бля. Стой, хилимся. Геге. Ну, я все равно восстановлю за счет атаки по волку. Властитель Уэйли, спредзывает ваш приход. Если честно, я поражен тем, что Кэрри так низко пала. Но это не важно, ведь вам не вырваться отсюда живыми. Серьезно? Один удален король. Как-то легко, не думаете? Хм, лорд Волк послал меня сказать вам это. Все это было иллюзия. Королевский обломок уже у меня. Ха-ха-ха. Прошу, не трогайте меня. Ты что такуешь? Херово то, что когда еще даже оно не успел докастовать, он снова кастует новый. Крык, крык, крык. Так, а здесь у нас что было? А, здесь у нас ключик был. Вы окружены, игрока. Вам ваш конец близок. Это грустная правда, ведь у нас только общего. Постойте здесь подальше, так. Постойте здесь подольше, и ваш хот-дог подгорит. Вперед! Чего? Мрмяу, вам везет, вы добрались вовремя. Обломок у волка, он... Так, он отнесет его в престол Ляпуса. Это его столица? Что будет делать? А точно то же... Так, точно то же, что мы делаем, когда заканчивает кетчуп. Импровизировать. Ладно, похоже, у Хота есть план. Пойдем его позже. А пока давайте приготовимся. Вы приготовились, мои короли? Канин? Престол Ляпуса немало известен с тех пор, как вы покинули нас, ваше величество. Но я уверяю, у Хота есть план. У меня плохие новости. Волчий отряд Канин тоже ищет вас. Канин — это самый сильный маги волка, вроде хот-дога с васаби. Он, у меня есть план. Встретимся снаружи. Короче, здесь мне уже лучше переключаться на тебя, да? Хот-дог с ним. Канин нашел нас.
Так, как раз засейвлюсь, а то еще не сохранился после той битвы. О, нет. Главный путь заблокирован. Нам нужно туда, но должен быть еще один путь. Есть более безопасный, но долгий путь через пустыню Гавара. Но я не знаю дороги, вам придется искать ее самим. Окей. Я знаю, вы подберете правильный соус, ваше величество. Понял. Да ладно. Ну, а я, в принципе, сохранился. В принципе, мы можем просто пробежать сквозь них всех. И пройти через этот путь, и все. Why no? Типа он говорит, это длинный, если я могу пойти по короткому пути. Типа... Или там разница небольшая. Так, а этот путь... Сюда, да? А, мне хотят сделать, чтобы я навернул просто этого, кругаля. Пойдем по прямой. А, так это тоже магия? Нифига. Я должен договориться с властителем Элиосом. Пусть нас никто не беспокоит. Не, а здесь нужно сейвиться. Ну, не сейвиться, а маму пополнять. Поехали. Так, готово. Нет, нужно все-таки что-то улучшать, потому что... Хотя я могу взять просто эту одежду уже, одеть на себя. Как вариант. Это довольно неплохой очень вариант. У меня плохие новости. Кажется, у нас гости. Невероятно. Это же нулевое измерение. Как вы попали сюда? Неважно. Ваши лапы никого не коснутся обломка. Ха-ха-ха. Так, а давай, а в принципе, чё ты меня пока в этом? Вот такой вблизи. Я тебе сразу дам еще тогда магии этого. Так, себе я поставлю. По защиту давай. Защиту, манну, молния. Ой, а тебе я забыл поставить хил, да? Подожди, а ураган что дает?
что я хочу попробовать. Переключаемся. Хил, переключаемся. Так, у меня магия. Ураган стоит на единичку. Короче, как я понимаю, просто псы, да, более лучшие, восприимчивые к магии вообще. Что я хочу сделать? Ураган. Ураган сюда. Хил пускай здесь будет. Так, ну в принципе все. А не, давайте я ему еще дам это. Защиту. А себе я поставлю. Да, в принципе, нафиг. Королева победили. Нет? Ха-ха. Баллоны, это снова были всего лишь иллюзия меня. И это говорит недопёс, который не способен сражаться сам? Керри, ты назойливый клубок шерсти. Что ты делаешь? А что ты сделал? Ваше высочество, забирай тебя было бы скорее. Не, ладно, пускай лучше меня этот хилит, потому что... Да, блин, я не знаю, короче. А, это уже мой. Делаем таким образом. Все бафы я перекидываю этого. То есть я сюда перекидываю щит. Ладно. Молния. Щит. ХП. Ладно. Этого я перекидываю крутялку. Хотя давайте я щит заберу и... Дам сюда щит, на всякий случай. Так, 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 все. Итого, кошак меня хилит. И я ему даю посох.
плюс-минус КП просто. Да, пускай будет это. Быстрее будет заполняться. Так, разблокировано колесское искусство. Силовой удар. Шанс по... Так. Подавить атаки. Единственная наверняка при критическом ударе. Не врубился. Мряу, я чуть не лишился лапки в этом деле. Пришло время наконец-то приготовиться к хот-дог. И испытывая восторг снова встретить эту девалицу. Но... Идемте к Гошалапе. Вместе мы выковаем королевский клинок. В смысле, мы уже все куски собрали? Нифига себе. Нежданчик. Полетели по Шалапе. Интересно, а после этого я смогу, что по идее? Ближайшие туда нету дороги, что ли? Я понял вас. Это куда? Это еще дальше. Давайте, ладно, я туда дойду и потом продолжу. Ладно, я добежал. Охота уже внутри, вперед, ваше мурлечество. Последний обломок. А, нет, еще один остался. Там дракончик. Что-то грязная дворняжка забыла в моем доме. А думаешь, кто-то пришел бы в дом к дьяволищице, если бы у него был выбор? Чтобы сделать королевский клинок, нам нужен последний обломок, гав. Хота достает половину эмблемы. Значит, они дали тебе вторую половину? Кажется, достает половину эмблемы. Так, половины совпадают. Мурмяу! Так, значит, первые короли хотели, чтобы вы работали вместе? Но эмблема показана место, где спрятана последний обломок. Идите на север от Клотицы до самого берега океана, рядом с черными деревьями. Найдете последний обломок. Чего же мы ждем? Путь! Ой, ну это около черных деревьев. Это аж здесь где-то. А, не, подожди, черные деревья с на этой стороне. Вот. Получается, где-то здесь найду, да? А я сейчас где-то здесь. Ну, в принципе, мне только пройти через мост. Так, на берегу океана, рядом с черными деревьями. Ну, здесь получается. Так, найдите последний обломок. А чё здесь враги стали? А, стойте, нет, что такого и были, да? А, ну вот я тогда нашел, считай. Хил. Приятель, хил. Ветер, понял. Я сам отхилюсь. Так, у меня хил на какую стоит? Двоечка. Thank you.
Мне легче перекатами атаковать, ладно. А посохи. Так, новый уровень. Ну, в принципе. Далеко все равно. Туманный посох, туманный урон. Стоп. Да, все нормально. Вау. Я думаю, это карта. Но указывает нам на запад, к Лапортовым островам. Мяу. На чем тут должен быть последний обломок? Так, сейчас очко опыта заберу. Идем, ваше высочество, я знаю, где находятся Лапортовые острова. Тоже типа разделяется, это плохо, потому что урон не фул. А здесь фул урон, да? На вот этой посохе. Потому что один шарик. Да. Катимся. Это Лапортовые острова, но кажется, что туда не попасть. Если только вы не умеете ходить по воде, ваше мурлечество. О! Уверен, горожане Лапортограда должны что-то знать. Вот. И еще мне должны будут дать полет. Может быть. Ладно, в принципе, давайте, я думаю, на этом мы с вами сохранимся и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.